Но еще немного международной политики. Хиллари Клинтон с завтрашнего дня возобновит участие в своей предвыборной кампании. Ранее она была вынуждена выйти из гонки за место президента из-за недомогания. Правда, во вторник бывшая госсекретарь США провела за чтением различных документов, подготовленных для нее помощниками, и в переговорах по телефону. Кроме того, она следила за телевизионной трансляцией выступления президента США, однопартийца Барака Обамы. Он агитировал сограждан голосовать на ноябрьских выборах как раз-таки за Клинтон. В воскресенье 68-летняя Клинтон досрочно покинула церемонию в память трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в связи с недомоганием. На видеозаписи видно, как у нее буквально ноги подкосились. Позже объявили, что у Клинтон воспаление легких. На лечение она отправилась в Нью-Йорк.